Сейчас ты занимаешься Румынией. Почему Румыния? Сходу зарплата у меня была в районе где-то 2700 евро. Я знаю, что у вас есть доступ в архивы, которые для обычных людей закрыты. И да, мы решили сделать свое кадровое агентство. А как мы будем проходить процедуру натурализации? Во многих случаях бывало так, что люди просто даже не знают своих корней в принципе. Кстати, вопрос жилья. Квартплату. Процентов на 60 дешевле, чем это по рыночной стоимости ими есть. Але может офишоку хит сит слетнее собуде. Друзья, всем привет, это Илья, админ группы VR Migrants. Нас, кстати, уже больше 230 тысяч человек. Это реальные живые подписчики, которые интересуются вопросом миграции в Евросоюз, Канаду, США, Австралию, также YouTube-канал. Мы скоро уже дойдем до отметки 100 тысяч нашему YouTube-каналу. Скоро будет уже 4 года, кстати. Вот сегодня я в гостях у Алекса. Это наш эксперт по направлению Евросоюз. Алекс, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты долгое время жил в Швеции. Когда ты переехал и вообще с чего начался твой личный путь эмиграции? Мой путь эмиграции начался как раз с переезда в Швецию. Вот, по программе спорта я был профессиональным спортсменом, футболистом. Вот, из московского клуба я переехал в шведский клуб. Когда это было? Сколько? Это было где-то, наверное, в 2004 году. Понял. Вот ты приехал в Швецию, да, это была провинция, насколько я знаю, сначала. Да, это был город небольшой на границе с Норвегией. Вот, кстати, из-за этого я и понимаю норвежский язык в том числе, потому что диалект, кстати, похожий очень. Да. То есть Осло было, я знаю, там 60-70 километров, да? Не 60, где-то в районе 150 километров. 150 километров. Да. Но я, кстати, был в этом городе. Это недалеко от Карлстата, это много университетов. И лес, природа, озера, хорошее место, рекомендую там побывать. Вот, ты приехал по футболу. Я знаю, что после травмы не удалось дальше продолжать спортивную карьеру, и ты начал заниматься... Сначала просто работы, да, то есть это было предприятие. Что за предприятие? Да, расскажи. Был период, что после того, как получил травму, нужно было как-то жить, в общем-то, и клуб мне посодействовал в этом, и, в общем-то, меня без всяких конкурсов сразу взяли на работу на завод по изготовлению солнечных панелей. Понял. Всех интересует сразу, какая была зарплата, какая была обстановка на предприятии и вопрос профсоюзов. Это прямо вообще самое главное. Да, я на тот момент я не работал на территории Евросоюза до этого момента, да. И когда как раз я только устроился туда, вот, сходу зарплата у меня была в районе где-то 2700 евро. Это после налогов? Это уже после налогов, да. Плюс полный соцпакет, я ходил лечить зубы там чуть ли не каждую неделю, обследования там бесплатные, ну и все в таком роде, да, то есть полное содействие и сопровождение во всем. Вот, ну и по работе профсоюзов, да, это, конечно, отдельный вопрос, я всегда интересуюсь этим вопросом, потому что там, если взять наши страны, да, как у нас можно выгнать работников с работы там без всяких договоров там и так далее, и ни на что не обращать внимания, то там с такими вещами просто не проходят. То есть, если, например, вы там что-то сделали не так, и стоит вопрос об вашем отчислении с работы, да, увольнении, то вас вызывают, например, к начальнику, что было со мной в один период времени, когда я там подзадержался в России по разным обстоятельствам, приехал и, по идее, как бы даже не уведомил о том, что меня нет. То есть, 2 месяца я отсутствовал, хотя отпуск у меня был где-то месяц. Вот, меня сразу же вызвали к директору. И мгновенно просто в комнату входит человек вместе со мной, это юрист профсоюза, который находится при каждом заводе, при каждом предприятии, сидит юрист профсоюза, профсоюзная организация Швеции. Вот, и он как бы говорил мне, как правильно отвечать на все вопросы, по крайней мере, юридические, что мне задавали, да, как правильно отвечать, все отвечал он. То есть, с одной стороны, у работодателя была задача уволить, да, с треском, да. А у профсоюза была, наоборот, оставить, как же так, где ты будешь потом дальше работать? Как минимум, у директора была задача, чтобы меня уволить, а, как, в общем, ну, основная задача, конечно, лишить меня той зарплаты, там, например, да, и всяких привилегий, которые обычно в Швеции есть. Но этого не удалось сделать в принципе, потому что благодаря работе профсоюзной организации. То есть, уволить работника даже по каким-то супервеским причинам очень трудно. Поэтому в этом плане Евросоюз отличается от наших стран кардинально. Да, я знаю, ты занимаешься юридической практикой. Вот насколько права работников защищены в Евросоюзе? Права работников защищены абсолютно.
Да, то есть по любой проблеме ты приходишь в профсоюз, и вопросы твои Да, решаются. то есть если вы получили так называемый fast and sell, это постоянную работу, да, с вами заключили договор, то можно сказать, что вы с этой организацией уже никогда не пропадете, пока сами не захотите этого. То Я есть понял. попасть под, например, под Сокращение в сокращение, связи да, с реорганизацией компании. это очень все трудно для организации. Ну, такие реалии Швеции, то есть... Я знаю, тебе сложно с русского на шведский, да, тут Да, переключаться. потому что постоянно находишься в дороге, и, в общем-то, то с английского, то со шведского. Я понял. Ты попал на предприятие. Как был шведский язык на тот момент? Ну, шведский я уже знал на более достаточно нормальном уровне. Ну, не на том уровне, для того, чтобы можно было работать на данной компании. Но, да. тем не менее, вот футбольная команда, клуб... То есть протекция там протекция, тоже Да, абсолютно. Это все есть, как и везде. Может быть, не за деньги, но... Связи, это они везде, люди, это всегда работает. То есть они видят перспективы, да, что парень представляет из себя очень много для нас, да, в будущем, то мы ему поможем, да. Конечно, и, то конечно. Есть это все везде есть, и все это также да? работает в Евросоюзе. Да, абсолютно. Друзья, к вопросу о переходе от самой простой работы на самую сложную, все так же, как и в других во всем мире странах, да, что... Протекция, понравился работодателю, понравилось качество твоих услуг, и тебя будут двигать также по карьерной лестнице, вот как Алекса. Что вы делали на предприятии? Лично я отвечал за разные части механизма работы, то есть по изготовлению солнечных панелей от А до Я. То есть я побывал на каждом из отделений предприятия. То да. есть, ну, в целом это сбор панелей как бы от начала и до конца. Я понял. Дальше твоя судьба сложилась, это студенческие годы, окончание, получение диплома. Сейчас ты занимаешься Румынией. Почему Румыния? Ну, Румыния на данном этапе это одна из стран, по программе которой можно в короткие сроки получить гражданство Евросоюза. Это самая оптимальная программа и быстродейственная. Я понял. Сегодня Румыния находится в Евросоюзе, но не является полноценным членом Шенгенского соглашения. Какая там ситуация? Да, вот буквально как раз сейчас стоит вопрос о том, чтобы Румынию в итоге примут в Шенген. То да. есть 31 числа заканчивается сессия Еврокомиссии, Европарламента. Вот, и комиссар Европарламента, возможно, вынесет вопрос о вступлении. То есть обычно все это происходит очень быстро, то есть по щелчку, да? Так как это было с Венгрией, например. Никто и думать не думал, что Венгрия попадет в Евросоюз, да. все молчали. Да. И буквально в один из дней, просто на следующий день Венгрия оказалась в Шенгене. В шенгенской зоне. То есть я думаю, что с Румынией будет абсолютно так же, потому что те условия, которые им ставил Шенген, шенгенская зона, они почти выполнены уже, остались да. какие-то технические моменты. Плюсы какие будут у Румынии после вступления в шенгенскую зону? Плюсы это то, что можно будет уже не получать никаких... То есть срок пребывания в зоне шенгенской будет неограниченным абсолютно. Так, второе это въезд по программам безвизового въезда. Сейчас, насколько я знаю, в Канаду граждане Румынии могут въезжать без визы. Что будет в США? Вот если попадут в Шенген, то автоматически... И Соединенные да, Штаты. Да, кстати, конечно. Ребята, и для Польши то же самое. Сегодня у нас в ленте новостей пост как раз вот от нашего эксперта Алекса. Две радостные новости для поляков и румын. Да? То, что Польша становится, хотя она уже и в шенгенской зоне, и в Евросоюзе, но у них были ограничения на въезд в США. Дональд Трамп подписал распоряжение в сентябре, да, насколько я помню, этого года, и оно уже вступило в законную силу. Теперь поляки могут спокойно с 2020 года въезжать в США без визы по программе ESTA, то есть электронная система Travel Authorization. То же самое будет и для Румынии. Румыния сейчас может спокойно въезжать в Канаду, граждане Румынии работать и так далее. Скажи, пожалуйста, как происходит процедура вообще подачи документов, на каком основании люди могут получить второй паспорт Румынии и каким образом это связано с Украиной? И с бывшим постсоветским пространством. Да. Связано это абсолютно простым образом. В года с 918 по 40-е года вот, часть территории СССР, да. они как бы принадлежали Румынии, да, то есть это Молдавия в нынешних ее границах и 1/3 часть Украины. Вот, и если кто-то из ваших, например, там, дедушек, бабушек или каких-нибудь предков более дальней линии, да,
вот, был, жил, родился, либо работал даже в это время на данных территориях, Да. у вас есть полное основание для того, чтобы подаваться на румынское гражданство. Я знаю, что у вас есть доступ в архивы, которые для обычных людей закрыты. Да, безусловно, мы работаем с архивами разных стран и делаем запросы соответствующие. То есть у вас все законно, потому что часто мне в комментариях пишут. Кстати, друзья, в комментариях отвечаю я. И постоянный вопрос, как с вами связаться. Связаться с нами, с экспертами, можно через директ. Задать какой-то вопрос по существу можно и в комментариях. И я обычно на них отвечаю. И возникает вопрос, а не левый ли это будет паспорт, и не фальшивый ли это, не изготовленный там где-то в каких-то кустарных условиях. Скажи, прокомментируй эту ситуацию. Ну, мне кажется, что юрист Евросоюза и какие-то непонятные документы, это как-то Нет, ну разумеется. Во-первых, мы находимся в даже в общественном... голову прийти не может, как это вообще Согласен. возможно. Во-первых, мы находимся в публичном пространстве, да, то есть это не какие-то сайты, там, однодневки, которые вот обычно там выдают по 500 евро, типа какие-то паспорта, да. То есть у нас все абсолютно легально. Если у вас нет оснований, то мы вас просто не подаем. То есть для того, чтобы понять, есть ли у вас основания, мы делаем соответствующие запросы и после этого как бы говорим, что да, мы можем с вами работать или нет. То есть сейчас вам поступают звонки, да, Да. вашим помощникам, да, твоим помощникам. Насколько много звонков приходит в день? Ну, порядка, наверное, 10-15 заявок точно. И вы людям говорите, что прежде чем сказать, станете вы нашим клиентом вашей компании или не станете, нам нужно время, нам нужны от вас данные, чтобы проверить, Да, абсолютно. насколько можно осуществить ваше желание в правовом поле. То есть это Конечно, самое главное. конечно. Правовое поле это самое главное, потому что реальное основание это, ну, то есть если заниматься какими-то незаконными действиями, после этого можно нажить и себе проблемы, и своей компании. Абсолютно, Насколько я конечно. знаю, у тебя компания ликвидная и работает в Евросоюзе, причем достаточно давно. А второй вопрос всех интересует. А как мы будем проходить процедуру натурализации? Вот сейчас, в данный момент, я знаю, что ты привез с собой видеоролик. Сможешь Да, прокомментировать? конечно. Друзья, мы сейчас вам покажем видео, где люди, причем, что самое интересное, кто там вообще был? Ну вот на данном ролике, хотя если когда вы будете приезжать непосредственно на присягу и на подачу, вы увидите, что люди совершенно разных национальностей, которые на румын, может быть, даже и вообще не похожи. То есть это пакистанцы, это иранцы, это страны Средней Азии, да, то есть СНГ. Совершенно разные Ирак, люди, я знаю, там есть, Иран там есть, да, то есть индусы тоже. да. Какое отношение они имели? Ну, Ну, видимо, имели, просто да? на тот момент была очень серьезная миграция по территориям, да, то есть людей. Поэтому даже у таких людей есть основания. Я понял. Тем более, что еще там в 19, 18, 19 веке это Да? же тоже все считается, то есть Конечно, все, что было конечно. еще Да. в то время. Итак, друзья, родовые корни, исторические корни у нас разбросаны по всему миру, даже у индусов, у пакистанцев, у иракцев, у иранцев и так далее. И люди это делают, а вы находитесь в Средней Азии, в постсоветском пространстве, для вас это вообще все элементарно. Итак, смотрим видеоролик. То есть мы видим, да, что на данном видео представлены люди совершенно разных национальностей. То есть вот видно было, человек из Эфиопии приехал получать паспорт Румынии. Который также имеет отношение к Да, румынским. нашел свои корни. Я что хочу сказать, что многие, кто даже к нам обращаются, да, они не всегда знают. То есть вот говорят, там, вот мы, например, уверены 100%, что у нас нет корней. Но во многих случаях бывало так, что люди просто даже не знают своих корней в принципе. Ну, например, я не знаю своих корней. Только сейчас начал, вот восстанавливая польские корни. Кстати, у меня польские корни. Там дошел до прадеда. То есть до этого я вообще не знал, и кто, и что там, и где люди перемещались, и вообще где И ведь жили. согласись, это не так трудно, как нам казалось раньше Когда всегда. есть доступ в архив, и когда Да? ты, да, когда ты полностью знаешь, что ты делаешь и каким образом. Я, кстати, знаю, что за восстановление своей родословной, да, там, родословного древа, да, так это называется, Да? там люди платят огромные деньги, хотя это не Это так все. все сложно, как кажется. То есть Эфиоп нашел, я смотрю, там представитель из Ирана вот был, да, Да, тоже. да. Вот мы сейчас видео увидим в дальнейшем, кто Да. еще есть там. Кстати, это как раз Министерство юстиции в городе Бухаресте. Там происходит принятие присяги. Кстати, я там был 2 месяца назад и смотрел, очередь была, по-моему, 280. Но у вас, насколько я знаю, вы подаете в другом городе, а документы уже просто передают в центральный офис Министерства Да. юстиции ВНЧ. Мы работаем в разных городах и ищем те места, где очередь меньше на данном этапе. Я понял.
27 aprilie 2017. Autoritatea Națională pentru Cetățenie. 55 de persoane de pe 5 continente depun jurământul de credință față de noua lor patrie, România. Este ultimul examen pe care mai trebuie să-l treacă pentru a se putea numi în sfârșit români. Aveți emoții? Ar trebui să aveți. Вот человек изучает присягу, то есть достаточно румынского языка как такового знать не нужно. Это вот преимущество данной программы, там, да, если сравнивать с программами таких же программ репатриации, например, других стран. Ну вот, например, Словакия. Там могут тебя остановить. Вот мне совсем недавно наш представитель, наш эксперт по Польше рассказывал, что человек идет, у него уже паспорт Словакии, его останавливают полицейские и начинают с ним говорить на этом языке, он стоит, глазами хлопает, и они его так, где взял, давай пойдем. То есть здесь такого не будет. Абсолютно, да. То есть знание румынского языка не обязательно по данной программе. Поэтому достаточно знать только вот четыре строчки записано, присяги, да, и, ну, поздороваться, и, в общем-то, ну, некоторые фразы нужно знать, все это мы помогаем и полностью сопровождаем. 55 стран. Приехало 55 стран. Для которых даже язык этой группы совершенно трудно выговариваем даже, да. Ну, кстати, в Румынии, я же недавно ездил даже в Брам, потом в Брас, это где замок Дракулы, я спокойно обходился русским языком, кстати, вот в Восточной Европе. К вопросу о том, что насколько раньше Советский Союз была сильная страна, что Чехия, Польша, Словакия, Словения, Румыния, Венгрия, ну, венгры они не так, но тем не менее, все очень хорошо понимают русский язык. То есть здесь это наша культура фактически, да, здесь, кстати, в Румынии очень много украинцев и белорусов, я тоже замечал, и в такси, и транспорт, и там общественное питание, и аренда жилья, и даже вот сейчас мы искали в Кракове вебинарную комнату, опять же, мы нашли ее у кого? У ребят из Киева, что бизнес все делают, и очень здорово. După ce veți pune acest legământ, veți primi certificatul de cetățenie, care este dovada că astăzi sunteți dumneavoastră cetățeni români. Абдул Малак Варвара ждет этот момент. Абдул Малак Варвара вот да, ждал. Абдул Малак Варвара, он из Ирана ждал этого момента 14 лет. Просто поставил он не знал, что у него есть такие возможности, и в определенный момент обратился к специалистам, и теперь он гражданин Румынии. Скажи, пожалуйста, как изменится судьба Абдуламака Варвара вот с момента получения паспорта гражданина Румынии? Какие его шаги следующие? Дальнейшие шаги, то есть после того, как он получает сертификат о назначении гражданства, в течение там короткого времени он получает все необходимые документы. Это свидетельство о рождении румынское, свидетельство о рождении румынское, значит, паспорт румынский внутренний, паспорт заграничный румынский, да. Ну, и водительское удостоверение, это по желанию. Кстати, это все можно тоже сделать. Да, а дальше мы приезжаем, вот совсем недавно делали видео с Хаямом, который живет уже долгое время в Стокгольме. Мы приезжаем с ним в Стокгольм, в торговый центр, и в сетевом магазине, в сетевом кафе девушка начинает с нами разговаривать по-английски. Я говорю: Хаям, а почему она с нами по-английски? Она говорит мне на английском, а я типа из Румынии приехала, я здесь работаю. То есть с румынским паспортом добро пожаловать на всю территорию Евросоюза, даже в ту же самую любимую всеми Швецию, Норвегию. Приезжайте, работайте. Кстати, у нас Олеся, это предприниматель из Чехии, который занимается, у них сеть кожаные изделия, прям в самой Праге, на площади Вальслава, у них прям огромный магазин, и она также работает по румынскому паспорту и живет в Чехии по румынскому паспорту. Да, это огромные возможности. 15 ani, deocamdată este doar cetățean irachian. Irakse dar asta se schimba în doar câteva minute. Înainte de a primi certificatul de român, mai are însă de trecut un test, chiar și așa doar din auditoriu. Este proba solemnă de retorică autohtonă. Cum veți împăca, altfel spus, acea sete identitară, ceva determinat într-o anume epocă istorică, să evoluați într-un anume spațiu, cu această nouă postură extrem de importantă și onorantă pentru noi ca nație, de a avea, altfel spus, iată, o nouă, să zicem, așezare a unor oameni cu, cred eu, mai mult decât ceea ce înseamnă simplu... То есть минимум английского, вернее, минимум румынского,
Все записано, присяга записана на листке, вы изучаете и после проходите весь этот путь. Да, ничего трудного нет. Понял. Друзья, вот это видео вы сможете посмотреть по ссылочке в описании. Переходите, смотрите, изучайте, готовьтесь. Ничего страшного здесь нет. То есть это стандартная процедура. Насколько я знаю, вообще сложно, да? Кстати, слышал там, это формальность. Это все формальность. Поэтому я не волновался. Теперь Румыния ваш дом. Причем я смотрю, присяга, она прям выведена на стене. Да, по памяти ее читать, ее нужно просто прочитать. Кстати, друзья, я был в провинциальных городах Румынии, и очень похоже, вот, ну, как вся Восточная Европа. И, кстати, хочу сказать, что румыны, они такие, ну, доброжелательные к нам. Да, Румыния многогранная страна и с совершенно разным климатом, да, то есть у них есть также и выход к морю, то есть есть... И горы, какие, да, у них красивые горы. На самом деле, это та территория, которая еще будет развиваться, и даже там начинать бизнес, это уже здорово. Я знаю, у тебя друзья занимаются, у них хостелы, да, или какие-то домики. Да, они... получали. Да, у них есть в Румынии... Как раз они работают по программе, то есть ты можешь приехать туда, пожить, поработать, вот, на плантациях, например, да, они предоставляют домики, и всем от этого очень здорово, потому что не нужно платить ни за еду, ни за что. Кстати, друзья, если сейчас вы... бизнес, вид бизнеса, он очень развит. Друзья, если вы еще не видели этот ролик, перейдите в нашем Instagram в плейлист «Румыния», и вы увидите много видеороликов, которые из сторисов попали в эту... папочку актуальная, там и моя поездка в Бухарест, в ВНЧ, и Алекса, и его партнеров, друзей, которые ведут свой бизнес, как раз они рассказывают о том, как это все происходит, внутри, снаружи, клиентский поток и так далее, и так далее. И моя поездка в замок Дракулы. Кстати, я там побывал, это очень шикарное место, вы проезжаете на поезде практически через одну треть страны, горы, озера, все очень красиво, я был там в августе этого года. Вот. Вопрос, связанный с договором. Какая у вас форма взаимодействия с клиентом, какая у вас организационно-правовая форма, кто ведет, курирует клиента, как происходит оплата? Ну, вот эти моменты, они тоже важны. Давай сразу ответим, что больше у людей вопросов, во всяком случае, в комментах у меня, в моей группе не возникало, это все пишут мне. Как это все происходит у вас? Все происходит стандартным образом. Мы с вами заключаем договор. У нас общество с ограниченной ответственностью, которое зарегистрировано в Московском, Москве. То есть, это представительство вашей компании, да, там, здесь, друзья? Да, то есть, соответствующий договор, в общем-то, где прописаны все сроки и... Вопрос по оплате. То есть, как происходит оплата? Есть ли какие-то рассрочки? Тоже часто возникает. Или, например, у человека нет денег, сделайте мне в кредит, я вам там когда-нибудь отдам. Как вообще вот степень доверия между клиентами и компанией? Вот исходя из опыта, то есть всех компаний, которые есть, например, на рынке этим занимаются, да, мы более лояльно к этому относимся. То есть, мы разбили наш платеж на два этапа. То есть, не берем 100% сразу, да. Вот, поэтому это как-то помогает нашим клиентам, то есть с точки зрения материального характера. Вот. А оплачивать можно любым удобным способом, либо на счет организации, либо в офисе у нас можно будет заключить договор и оплатить наличными, либо через любые платежные сервисы, это как удобно уже. То есть заключить договор у нас можно либо онлайн, либо можно приехать нам в офис в Москве и это сделать непосредственно при встрече. Я понял. Еще такой вопрос. Людям интересно Румыния, чтобы работать в Швеции и Норвегии. Я знаю, что сейчас вы плотно выстраиваете взаимоотношения с кадровыми агентствами и даже, если хотите, свое кадровое агентство в Швеции. А как вы сможете помогать, допустим, людям из Румынии дальше перебраться в Норвегию, в Швецию, в Данию, кстати, тоже люди хотят переехать, ну, в Скандинавию? Да, с учетом того, что сейчас очень много людей, очень много желающих, которые хотят жить в Евросоюзе, да, которые идут по разным программам, например, через Польшу там, или ту же Румынию, если такие основания имеются. Мы это все отслеживаем, понимаем, что конечная цель людей как бы это
работать в хороших странах, да, то есть с хорошей экономической обстановкой. То есть это такие как страны, как Скандинавия, вот, Германия, Англия и так далее. И да, вот мы решили сделать свое кадровое агентство, потому что у нас есть опыт работы именно в Швеции, Норвегии. Вот мы имеем выход на разные предприятия. Вот. Каким образом это будет выглядеть? Ну, например, вот вы получили паспорт Румынии и говорите, я хочу работать в Швеции. Угу. Вот, вы опять приходите к нам. Вот, мы ищем, подбираем вам те вакансии, которые нужны, необходимы вам, например, по вашему диплому, который у вас есть, да, по той специальности, которую вы имеете. Вот, вы приезжаете уже на место, вас обеспечивают жильем на первом этапе, всем необходимым, то есть вы просто работаете, получаете чистые деньги. Понял. Кстати, друзья, по поводу подтверждения своего диплома, если вы не смотрели интервью с врачом из Швеции, который, кстати, попал из постсоветского пространства, кстати, Хайям, он учился какое-то время даже в Ташкенте. Вот, и сейчас у него очень высокая зарплата, как у всех врачей в Швеции. Я когда говорю, что врач в Швеции может зарабатывать там и 300, и 400, и 500 тысяч евро после налогообложения в месяц, люди мне говорят, в год? Я говорю, нет, в месяц. Нет, в год! Я говорю, нет, в месяц. Друзья, в месяц. Есть разные формы оказания услуг. Кто-то работает в найме, да, кто-то работает на своем предприятии, как это делает Хайям, у него своя компания, причем достаточно крупная, и услуги он оказывает уже непосредственно клиника. Потому что, насколько я знаю, в Швеции эта тема, она очень популярна, она очень перспективна. Что даже Хайяма дети, Рэбин и Рустам, нет, один из детей уехал учиться в Польшу именно на врача. Ну, об этом, кстати, вы также сможете посмотреть в нашем Instagram TV, на YouTube-канале. Рекомендую подписаться, кстати, друзья, если вы еще не подписались, сделайте это, потому что первые ролики, которые я готовлю для вас, сначала попадают на наш YouTube-канал, потому что там площадка более адаптирована под видеоролики. Ну и я не могу ставить видео каждый день в нашей группе Instagram, у меня есть строгая последовательность. Иногда, конечно же, я в виде исключения ставлю сразу же два Instagram TV каждый день, ну, день за днем, вот, но обычно у нас день Instagram TV, день лента новости, день Instagram TV, день лента, ну и плюс сторис. Итак, друзья, кстати, вопрос жилья. Расскажи, как ты приехал в Швецию, как ты решал вопрос с жильем? Вот прям напоследок, чтобы люди понимали, куда они едут и зачем. Как решить вопрос Швеции? Как ты сам решил эту проблему для себя, когда приехал со всем подростком? Ну, когда я приехал изначально, мне полностью выделил дом, клуб. Да. Это клубный поселок непосредственно нашей футбольной команды. Вот. Но после того, как я закончил футбольную карьеру, вопрос с жильем стал как бы для меня уже непосредственно актуальным. Да. Вот. И после этого я окунулся в эту тему. Вот. И в Швеции, значит, есть такая программа, так как у нас было в Советском Союзе, то есть ты как бы стоишь в очереди на право получения хорошего жилья в хорошем районе. 200 крон в год. Да, смотрите этот видео, кстати, да, Хайям тоже об этом рассказывал. Да, то есть Хайям до сих пор даже, насколько я знаю, в каких-то моментах он участвует, да. Вот, потому что эта тема всегда актуальна. Вот, 200 крон в год, и вы как бы в течение там 5 лет можете получить квартиру в элитном месте Стокгольма, да? А что из этого исходит? То есть основная тема – это то, что вы платите коммунальные услуги, квартплату, процентов на 60 дешевле, чем это по рыночной стоимости есть. Друзья, у нас очень большой процент обращений по поводу Швеции, Норвегии и Дании, и многие не знают шведский язык, но тем не менее хотят в Швецию. Я знаю, что тебе шведский дался очень быстро и легко. Напоследок пожелай что-нибудь на шведском языке для тех, кто хочет переехать в эту чудесную, прекрасную и перспективную страну. Jag tycker att alla har möjlighet att få rumänska medborgarskap på grund av alla har ingen som vet, till exempel har du inte släktingar som bodde för exempel i Rumänien i den tiden, så alla måste prova den. Alla måste försöka hitta sitt släktingar som bodde på den perioden faktiskt. Друзья, всем спасибо, оставайтесь с нами. Пока.